пятницу в Беларуси ожидается по-осеннему капризная погода. Будет прохладно и дождливо. Кратковременные осадки пройдут в основном по юго-западу страны. В последний рабочий день недели о себе еще раз напомнит сильный ветер. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Местами возможны раскаты грома. Температура воздуха днем плюс 18, ночью на 5 градусов ниже. В выходные, если верить синоптикам, заметно потеплее. Температурный фон будет на 9 градусов выше климатической нормы первых чисел октября. Между тем, дожди никто не отменял. От наводнений на севере Бангладеш пострадали десятки тысяч людей. Всему виной проливные дожди, которые не прекращались несколько дней. Больше других бедствие ударило по району Рангпур. Там обрушилось рекордное количество осадков за полдня – 433 миллиметра. В безвыходном положении оказались около 100 тысяч человек. Дороги ушли под воду. Местами глубина затоплений достигла 1 метра. На дорогах Ставропольского края России разбушевалась песчаная буря. Видимость не более 10 метров. Попутные встречи на авто буквально вырастают на глазах. Пыльный столб растянулся на протяжении более чем 500 километров. Местные власти предупреждают, это еще не все. Вечером ожидается чрезвычайная пожароопасность. Завтра в Бобруйске будет сплошная облачность. Дождь синоптики прогнозируют утром и вечером. Температура воздуха днем достигнет отметки в 15 градусов. Ветер подует юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Вероятность грозы ближе к ночи 75%. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.